Здравствуйте! Я снова рада приветствовать вас на своем канале, посвященном коллекционированию винтажных украшений. И сегодня мне бы хотелось немного поговорить о творчестве компании Трифари, а в частности об украшениях известного японского дизайнера Куни Мацумото, который создавал украшения для Трифари в 1970-х годах. Практически в каждом справочном издании по винтажной бижутерии вы обязательно найдете несколько фотографий его украшения. В частности, вот это колье, браслет, вот эту серию в цветочном стиле с крупными кристаллами сваровски розового цвета вы видите в данном издании. Такое же колье и точно такой же браслет есть у меня на продажу в магазине Jewelry на Etsy. Вы можете посмотреть там более полную информацию, длину изделия, несколько фотографий и качество украшения. С моей точки зрения, особенно эффектным является его вот эта серия, такая виноградная серия с большими крупными жемчужинами. Очень красивая такая черная эмаль, качество украшения невероятно хорошо, золотое покрытие. Не имеет сколов, не имеет потертости. В данном колье есть возможность регулировать его по длине, то есть сзади у него есть вот такая цепочка, и вы уже можете регулировать его, сделать его либо чокером совсем под горлышко, либо немножко распустить подлиннее, вот сделать его подлиннее. Интересная позиция, с моей точки зрения, вот это в стиле минимализма. Очень интересное колье, которое можно носить в том числе и в офис, и вы будете выглядеть удивительно современно. Несмотря на то, что оно было сделано в 70-х годах, но вот этот стиль я люблю, сама ношу, и вот это, пожалуй, у меня самое любимое колье. Вот такая интересная эмаль, заливка эмалью, интересные вот такие элементы с эмалью. У колье сзади нет цепочек, нет застежек, то есть оно вот такое вот длинное, очень хорошо ложится. Так, чтобы еще вам показать интересные, на 8 марта я рекомендую посмотреть вам вот на подарки вот такие сережки. Это сережки для проколотых ушек, сережки Куни Мацумото в такой вот растительной тематике. Вот такие они длинненькие, качаются на ушках. Кристаллы невероятно хороши, кристаллы очень чистые, блестящие, блистающие, невероятно хорошие кристаллы. Интересная позиция вот это. Вот это тоже серьги для проколотых ушек. Серьги полностью маркированы Куни Мацумото Трифари. Серьги винтажные. Качество у них великолепное. В этой серии вот с такими рубиновыми бусинами есть дополнительное колье. В данный момент в продаже нет. Очень редко встречаются браслеты. У браслета есть небольшие такие шероховатости по краям цветочка. То есть браслет любили, ценили, носили. Браслет винтажный, ему порядка, наверное, 40 с лишним лет. По тертости крайне минимальные, то есть они совсем маленькие, вы их не видите, вы их можете только ощущать. У этого же дизайнера есть очень интересная такая серия в таком морском стиле. В данный момент у меня есть такое колье, но оно нуждается в реставрации. На продаже есть только вот эти серьги. Эти серьги не маркированы, клипсы не маркированы Трифари Куни Мацумото, они маркированы Трифари TM. То есть это 1990-е годы, когда Трифари копировали свои самые успешные, самые востребованные украшения. Вот на сегодня, пожалуй, все, что я хотела вам сказать, и с удовольствием с вами посотрудничаю, пообщаюсь. Буду рада всем вашим вопросам. Всего доброго, до свидания.